Детский сад. Именно так депутаты назвали оправдание чиновников о нехватке учебников. Объяснить дефицит спецлитературы в парламент вызвали министра образования. Удалось ли мажилисменам разобраться, почему в школах не хватает учебников, узнала моя коллега Гульнара Жандагулова. В стране дефицит учебников. Каждый год родители простаивают в очередях за учебными пособиями. То, что творилось в начале сентября, сегодня показывали депутатам. Министр образования успокаивает. Скоро проблему решат. Наряду с повышением ответственности местных исполнительных органов за своевременную поставку учебников в школы, рассмотреть возможность сокращения сроков и формата государственных закупок услуг по поставке учебников в школы, а также повышение квалификационных требований к потенциальным поставщикам. На правительственный час пригласили и представителей экиматов, и даже типографии. Правда, отвечать на поставленные вопросы они не спешат. В какой-то момент они всем своим видом напомнили учеников, а вице-спикер – учителя. К такой аллегории подтолкнул даже строгий образ Дариги Назарбаевой. Кто у нас самый смелый? Кто у нас здесь самый? Сейчас скажем. Есть желающие или мне вызывать? Претензии нашлись и к самим ученикам. Дескать, школьники с бесплатной литературой обращаются небрежно. Впрочем, даже это не может объяснить ежегодную перепечатку учебников. Расчет на что идет? На то, что, я думаю, что это сговор с издательствами, на то, что на рынок они выбросят розничную торговлю и на базары. Мы же здесь не дети маленькие. И все вот эти объяснения сегодня, которые звучали со стороны издательства Акиматов, они совершенно беспомощны. Просто детский сад. Уже в кулуарах министр поведал, мол, теперь школам поставят жесткий регламент. Список необходимых учебников нужно будет сдать до 1 января. Гульнара Жандагулова, Виктор Джигирис, 7 News.